Hai să se trăvai, nu că am oprit. Hai, baba, dă-i o tocă în găchiul și vă mă o tocă în mărătugă și vitele. O tătă da. Se propală ce peri în nas. Ai, să se duc că ne trogă mine, ne dai. Ai, птички полетели звездочки, ну ладно, ничего страшного. Привет, друзья! Ну что, снимем новую серию про Вуди. Как достать соседа 2? Поехали! Чтобы сбежать от Вуди и его пакости, сосед купил билет на кругосветный круиз. Но соседу и в страшном сне не могло присниться, что Вуди будет следовать за ним по пятам, да еще и со всей съемочной группой. В этой серии вы научитесь управлять Вуди и устраивать пакость недокучливому соседу. Здесь мы поучимся с вами, друзья. Адские каникулы. Как достать соседа 2? Все на борт! Добро пожаловать на съемки новых эпизодов «Как достать соседа». Меня зовут Джо, я здешний режиссер. В этом пилотной серии вы узнаете, как управлять нашим героем Вуди и устраивать различные пакости. Поехали! Вы будете руководить Вуди с помощью мыши. Чтобы переместить Вуди, наведите курсор на точку экрана, в которую вы хотите перевести нашего героя. Нажмите кнопку мыши. Для начала отведите Вуди в зеленой метке. Отлично, на экране помещается только часть игрового мира. Чтобы увидеть, что происходит в его частях, подведите курсор к краю экрана и воспользуйтесь клавишами со стрелками. Это называется покрутка экрана. Прокрутите экран вправо и подведите Вуди к следующей зеленой отметке. Отлично! Великолепно! Если вы наведете курсор на какой-либо предмет текстовой строки на нижней панели, появится описание возможного действия. Действие производится по нажатию левой кнопки мыши. При этом форма курсора меняется в зависимости от возможного действия. Потренируйтесь на сундуке, что стоит неподалеку от Вуди. Но... Ага... Замечательно! В сундуке Вуди нашел кусок мыла. Найденные предметы автоматически добавляются в карман Вуди на ленту внизу экрана. Задержите курсор на предмете в кармане, чтобы получить описание. В каждой серии сосед повторяет одни и те же действия. В нижнем левом углу находится портрет соседа. Следите за мыслями соседа, чтобы понять, что он собирается делать и куда пойдет в следующую минуту. В дальнейших эпизодах сосед иногда будет спать. И, разумеется, не сможет видеть Вуди. В это время портрет соседа будет подсвечен зеленым. Давайте посмотрим, что сейчас будет делать сосед. Так, сосед у нас пошел по палубе. Ух ты, чуть не подскользнулся. Наблюдает за морем, да? Видели, как сосед все время наступает в лужу? Вот там мы и устроим первую пакость. Возьмите кусок мыла из кармана и затем используйте его на лужу. Ага, щелк. Так. Положим ему сейчас мыло. Так. Замечательно, все готово. Помните, Вуди не должен попадать соседу на глаза, иначе нашего героя побьют так, что он потеряет одну из трех жизней. Так что отправьте Вуди на нижнюю палубу. Наслаждайтесь кульбитом соседа. Ха-ха-ха. Так, сосед идет, и что сейчас будет? Опа! Мама! Вот это да! За каждую успешно подстроенную пакость Вуди получает золотую монету. Индикатор злости, находящийся в левой части экрана, показывает, как уровень гнева соседа поднимется, а потом медленно снижается. Если в течение серии уровень злости соседа достигнет максимума, у соседа начнется приступ ярости, и вы получите специальный приз. Для следующей пакости нам понадобится достать кое-что из косметички, которая лежит на шезлонге. Так, что у нас там? Шпилька, она пригодится Вуди, чтобы раскрыть замок шкафа. Сейчас ваша задача удержать предмет в центре мыши. Так, ну, ах ты, как тяжело.
Ёлки, эту шпильку надо удержать. Ух ты, да, тяжеловато. Угу. О, открыли, молодцы. Поздравляю, Вуди нашел перочинный ножик и разводной ключ. На руку слева Ольга, туристка, которой сосед пытается строить глазки. Ольга не причинит Вуди вреда, зато Вуди вполне может помешать наклеивающемуся курортному роману Ольги и соседа. Ну-ка, так, перерезаем скотч, которым подмотана ножка. Пока соседа у нас нету. Ух ты, а Оля-то у нас, ух ты, уминает все. Да, соседушка губа не дура. Так, чтобы сосед вступил в игру, перейдите на нижнюю палубу. Сосед снова начинает действовать, и вскоре он пытается конфликтовать с Ольгой. Правда, сломанная ножка стала помешать его амурным планам. Ну, смотрите сами. Да, он еще хорош поливает. Ах ты, флиртун такой сякой. Ну? Эй, вот это да! Ух ты, Ольга, как его лопит! Тун-тун, да! Соседушка злится, да? Так, если построить пакость за пакостью, получится цепная реакция. Да, давайте попробуем это устроить. Достаньте из сундука еще кусок мыла и положите его в лужу. Затем при помощи разводного ключа откройте дверцу и ограждение палубы. Так. Класс, положили мыло. Опа! Открыли ограждение и убегаем. Ну, что там, соседушка наш? Давай-давай, шлепай. Сейчас мы посмотрим, что там. Еха! Ух ты! В море улетел наш сосед. Ну, что он там дальше? О, ух, как он быстро появился назад. Да, вон как. Да. Ну что, поздравляю, вы получили минимальный рейтинг и можете завершить съемку, нажав зеленую кнопку внизу экрана. Но индикатор монет сверху экрана показывает, что осталась еще одна пакость. Интересно, какая? Помните, не попадайтесь. Так, ну давай искать, что у нас тут, где. Так, здесь ничего нету, здесь. Тут мыло мы уже брали. Тут тоже все взяли. Так. Так, подойдем сюда. Ах ты, тут сосед подошел. Ладно, ладно, подождем, пока он тут все свои дела сделает, позаигрывает с Ольгой. Ну, надо ты мне скажи, Ольга. Я лучше подкреплюсь. Угу. Вот что мы можем сделать. Тут, оказывается, вон кастрюля со спагетти. Вот мы сейчас это... сейчас мы что-нибудь с ней сделаем. Так, возьмем сначала. Так, что у нас там? Использовать спагетти по соусу. Так, ну и мерзкий же соус на этих спагетти. Так, сюда не помню. Никак. Похоже, Ольге нравится есть дела там всякие, да? Надо убегать, пока тут сосед ходит. Да, соус действительно мерзкий. Ай-яй-яй-яй-яй. А, во, мы сейчас ему на фуражку это дело положим. Ну давай, вали скорее сосед отсюда. Так, все, пошли. Мы сейчас по-быстренькому шик-шик-шик сделаем. Опа-да! Вот это правильно. Давай, шлепай, сосед. Сейчас мы посмотрим, как ты тут будешь перертовать перетойкой. Да, жалко только, что у нас падают градусы. Ну ничего страшного. Давай. Ну все, шляпу одевай скорее, шляпу. Опа! Как залиться на сосед. Вот так. Ну что?
Окей. Ладно, получились. Теперь вы знаете, как мы будем управлять всем этим делом. Ну, поехали. Что у нас тут? Тайное присутствие. Круизный теплоход соседа на борту приплывает в Китай. Ольга с сыном идут на пляж. Узнав об этом, влюбленный сосед тут же вспоминает, что он, оказывается, всю жизнь обожал пляжи. Но куда бы он ни пошел за ним, по этой тайне следует Вуди. Так, минимальные 3 пакости, максимальные 5 пакостей. Ладненько. Так, результат 0. Поехали. Давай. Угу. Как достаться себе 2 адские каникулы в серии «Тайное присутствие». Так, ну что, ребята, надо ж посмотреть, что тут. Так, что тут сразу? Так, тут какой-то скат, электрический угорь в аквариуме. Угу. Так, и тут у нас что? Так, сразу возьмем. О, атакует какой-то плавник. Пойдем сюда сходим. Ух, как сосед рыкает. Так, что тут у нас? Ага, тут тоже что-то можно взять. Палочка, так, ну, наверное, понадобится где-то. Поехали дальше. Так, что же тут такое? Так, ага. Так, сосед у нас купается. Так, о, у рыбы пилы что-то можно взять. Подводная лодка у малыша. Так, сосед пошел туда. Ай-яй-яй, ёлки-палки, можно... Ой, куда я нажал? Ладно, всё пропало. Теперь у нас... Ай-яй, соседушка, не трогай меня, не бей. Ай, птички полетели от звёздочки. Ну ладно, ничего страшного. Так, тут какой-то краб бегает. Так, давай возьмем у рыбы пилу, что-нибудь там. Так. Ага. О, ведро возьмем, если его можно взять. Так. Дальше. А Ольга загорает и загорает. Так, что тут такое? Ага, подводная лодка. О, краб бегает туда. Ну ладно, сейчас. Сосед отдыхает. Ай! Блин, а как этого краба достать? Опа! Только поднялся, он убегает. Убегает раз. Да. Так, а как же его достать? Так, Ольга пошла успокаивать малыша. Поплыла подводная лодка. Ух, краб, он выскакивает. Ну что же делать? А как его взять? Как это взять, а? Так, смотри на него. Ух ты! Так, вот отсюда как-то так. Ну что мы сюда подойдем? Что... А вон краб опять выскочил. Да елки, как только пришли, а никак его с ним взять, ну. Так, ух ты, какой краб. Да у них тут целое гнездо, но руками туда лазить не стоит. Мои пальцы дорогие мне как память. Так, палочка у нас есть, точно. Эх, ой, блин, как тяжело. Уползает. Держи, Вуди, держи. Эх, блин, опять. Ладно, держи. Как тяжело держать. Ай-яй-яй-яй. Да держи. Ну, чуть-чуть осталось, Вуди. Ну, держи. Эй, блин. Эх, соскочила. Ну, давай, держим. Ну, давай. Ай, блин, тут чуть-чуть осталось. Ай-яй-яй-яй-яй, ну давай, Вуди, ну что ж ты? Хорошо, что сосед здесь не ходит. Мы можем тут поработать без соседа. Держим, да что же это такое? Ай, блин, соскочил опять. Ну держи, давай. Да что же это? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну держи. А как же ее удержать? Блин, так непросто. Да держи, конечно же. Ёлки-палки, ну совсем же чуть-чуть осталось, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Держу. Блин. Да что же это такое? Держи. Давай. Ой, ес. Да, получилось. Краба мы взяли. Так, что теперь с этим крабом делать? Ага, у нас же там есть что-то. А-ха-ха. Так. Ага. Так, о. Подводную лодку мальчика вынесла на берег. Так, о, еще какие-то водоросли. Ну ладно.
молоко. Так вот, электрическую угля мы, наверное, сейчас в ведро положим, так? Точно. Так, понятно. Что тут еще можно сделать? Так, здесь уже ничего не возьмешь. Так, пойдем пока. Пойдем сюда. И пропилим ему. Он же там стоял, сосед. Ну-ка, давай отпилим. Точно, класс. И туда кинем угря. Нет? Как? А, вот. Не получается. Вот так. Вот теперь все мы бросили. Скорее уходим, пока сосед тут. Так, идем сюда, к малышу. Там краба сейчас положим. Так, давай, сосед, давай. Ну-ка, обопрись. Ай, баба, да и вот так он как ушвануло. Так, как это угорь, видели? Вот это да! Вот это да! Бедный соседушка, как ему тяжело. Давай краба положим, пока он там. Ай, не успеваем. Ладно. Так, что у нас там, две звезды, две монеты уже, да? Давай пойдем скорее сюда, что тут еще можно сделать, пока он там сидит внизу и отдыхает. Ну, что? Так, ах ты, ох, ай, как у него отрыгивает, ай-яй-яй. Это у него там что? Это у него там понятно. А, о, еще швабра какая-то. Так, сейчас он пока будет гулять. Ну давай, сосед, давай. О, он играется. Давай, бери скорее, ну, давай. Ай, не успели, блин. Эй, соседушка, не бей меня. Ай-яй. Шумяк. Ай-яй-яй, какие звездочки у нас классные летят. Так, давай краба скорее сюда, пока он там. Вот так. О. Класс. Так, у нас же тут швабру мы положили. Так, ее надо накрыть водорослями, да. Чтобы ее не видно было. Так, плавник. Куда же мы плавник? Семен Семенович. Ай, бежим скорее, соседа пока нету. Так. Это около давно съели, остался только один плавник. Ладно. Так, он лежит тут. О, точно, подводная лодка. Мы сейчас соседа, ох, напугаем. Ай-яй-яй. Класс, как его крабом за палец запанули. Вот так вот. Так, ну что? Ай, получи, сосед, гранату. Получил. Наступай на грабли, получишь по лбу. Иди купайся, сейчас тебя акулы так. Ай, класс! Ах, напугали соседушка! Класс! Вот так вот! Вот так! Так, ну что? Ладно, отлично, мы заработали 5 монет.